Доброе утро! Вы смотрите «Ланчбокс» на канале РБК Пермь. Меня зовут Екатерина Мальцева. И сегодня в кулинарной студии мы с вами приготовим вместе скрамбл. Ну что, поехали? Для приготовления нежного скрамбла нам с вами понадобится 2 яйца. Нам нужно их хорошенько взбить. Обязательно взбиваем венчиком, чтобы у нас была с вами нежная масса. Добавляем щепотку соли. Солим всегда сверху. И еще раз все перемешиваем. Чтобы нам получить нежную текстуру, мы ее называем яичница-болтунья. Для этого мы с вами приготовим на водяной бане. Здесь у нас с вами вода и вот такая вот стальная тара. Включаем плиту. Вода закипит и добавляем нашу массу, которую мы взбили. Ждем буквально минутки две. Вода начинает закипать. Добавляем сливочное масло. Чуть-чуть убавляем воду и добавляем нашу смесь. Сейчас очень важный момент, когда нам нужно круговыми движениями как бы помешивать ее. И она заваривается. Можно сюда добавить сыр тертый, зелени и уже разнообразить наш скрэмбл. Получается вот такая вот яичница-болтунья. Выключаем плиту. Убираем это в сторону. Быстренько обжариваем наши тосты. Можно обжаривать их как на сухой сковороде, так и добавить масло. Подойдет как пшеничный хлеб, так и ржаной хорошо будет. Идеальный скрэмбл получился. В принципе, когда уже появляется золотистая корочка, можно выключать нашу плиту. Разрезаем. Берем тарелку. Дальше можно добавить творожный сыр. Он нейтральный по вкусу идет. Хорошо сочетается с любым видом яйца. Кладываем. Из простого можно сделать шедевр, не так ли? Далее мы с вами добавим сыр. Возьмем терку рашпиль. Очень удобно ей пользоваться. И легкими движениями у нас получаются такие хлопья. Украсим листиками свежего базилика. И томат черри. Что? Финишная нотка. Добавим перчинки. Все, наш с вами скрэмбл готов. Приятного аппетита!